Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала. И сегодня, наконец-таки, долгожданная башня Линквей. Да, она вышла, наконец-таки. Я очень рад этому, если честно. Ну, смотрите, там противники слабы, кстати. Смотрите, какие снаряжения новые. Саб-Зиро, Круготени, Холодная война и МК-11. Это главные награды. Вот. Вышло новое снаряжение, вот такое вот. Это, так скажем, обзор на обновление. И вот такое. Скипетр Куайляна и Наруча Куайляна. Очень крутое, кстати, наверное. И обычное участие. И много всяких снаряжений. Тут даже теперь не рандомное, а тут видно уже какие, допустим. Что у нас вот видно, какие выпадут вот эти вот фанати все. Так, давайте посмотрим. Ледяная маска, это эпическая у нас. Бонус к максимальному здоровью только для башни Линквей. Ледяной шар тоже эпический. Что там такое у нас? Увеличение урона на 250% только для башни Линквей. Линквей. Простите. Дальше. Меч Кори. Только для вашей Линквей. Увеличение урона на 500%. Надеюсь, он мне выпадет. Потому что я на ней хочу пройти. Бонус к максимальному здоровью. Это броня Криоманта. И ледяной топор. Увеличение урона только для башни Линквей. Саб-Зиро 50% вероятности наложить эффект морозилка при выполнении спецприема 1. Бой с боссами. И, кстати, смотрите, случайная карта золотого персонажа. Тоже золотого, тоже. Но самое главное, тут всегда... почти что, по сути, дают золотые карточки. Вот. Смотрите, везде. Ну, собственно, главная награда башни. Обычное участие также. Вот, тут нам может выпасть Скорпион Джастис, Инферно, Ниндзюцу Скорпион, оперативный сотрудник Сони Лейнд уничтожение, спецагент Кассикейдж, ловкие рептилии, ядовитые рептилии, великий мастер Саб-Зиро, Криомат Саб-Зиро, мастер Шаолини Кунлао, фокус со шляпой Кунлао, Бодзюцу Кунзынь, Шаолинь Кунзынь, секретный агент Кассикейдж, команда Кана. Кстати, он у меня уже есть. Это было вчерашнее видео. Кто не смотрел? Переходите на мой YouTube канал. Мастер баланса Кенши. Одержимый Кенши. Бог крови Каталькан. Бог солнца Каталькан. Вип Женькейдж. Дублер Женькейдж. Королева Улья Девора. Дух Ермак. Повелитель душ Ермак. Кибер Джеки Брикс. Это все персонажи, которые нам могут выпасть в этой башне. Вот. Не могу. Ну и самое, то, что я пропустил. Ледяные перчатки. Бонус к максимальному здоровью там же. Ну и бонус к максимальному здоровью. Ледяная бомба. Начали битву иметь 100%. Ну именно они очень хорошие все. Ну и тут все походу линковые будут. А прикиньте, если так, но по сути, мне кажется, как будто бы это будет вот так, то что типа тут Линквей пока что, потом будут вот такие вот Саб-Зиро всякие. Вот, ну либо как-то по-другому, давайте посмотрим. Тут. Ничего, ну и давайте победим эти 5 раз. Завтра
Я буду проходить 10-й бой. Я хочу пройти эту башню. Вот. Простите то, что так поздно записываем, но это нормально. Итак, а прикиньте, если сейчас эпическое снаряжение выпадет. Ну, за победу. Я сейчас, простите. Звук отключу чуть-чуть, потому что я обычно играю без звука. Потому что, ну, мне не очень нравится этот звук. Но и тоже линкой. Кто мог бы подумать, целых 3 линкоя в отряде. Но обычно когда-то вот мне попадалось целых 2 они в обычной игре, просто в режиме битвы. А тут по реальности уже будут. Продолжаем. Что мне дадут? Красный колпак на Джокер. Кстати, можно даже посмотреть в персонажей. Вдруг есть какие-то там в магазине. И что там у нас будет? Линковые уже тоже есть. Но тут, к сожалению, наоборот. Золотой персонаж. Это все понятно. Давайте заберем награду. Ежедневно подарочный набор, что мне там дадут. Наверное, уже вышло почти, что скоро выйдет набор для снаряжения башни Линквей. Сержант второго слияния, давай. Нормально. Могу его, конечно, на задание ставить, но я вообще за них не играю. Ну и что у нас тут понятно? Набор. Всегда открывайте вот эти наборы. В них вот, например, у меня уже почти что 10-е слияние на плаще. Вот. Потому что я открывала вот эти наборы. Вот, ну и надеюсь, сейчас оно выпадет как раз. Блин, ну лучше не, ну тоже неплохо. Все. А, в спецприложении, кстати, я же не видел там что. Так, вроде... А, это понятно. Я просто думал, что там появится. Давайте же зайдем уже в коллекцию там. Посмотрим, может быть... Нет, алмазок новых вроде не видно. Ну, допустим, только золотые, если... Вот столько золотых. Ну, как я и думал, нету. Вот, ну и подвиги. Новые подвиги доступны. Титулы, фоны, блин. Ну, особо они не нужны. Вот я... Взял такой фон, поставил, и мне выпал еще на вот этого рептилию вот такой вот значок. Решил поставить месть. Режим битвы. И тут вы зафига, не. Ну, думаю, это будет не так сложно пройти, в принципе. Они не такие сильные. Вот, можно будет тут прокачать полностью персонажей. Но не стоит забывать то, что надо будет еще снаряжение, чтобы 170 тысяч здоровья, например, было. Вот так как-нибудь. Мне надо будет за хотя бы за дней 15 прокачаться. Потому что я буду снимать видео, как я прохожу эту башню вообще. Чтоб вы видели эти достижения. Реально ли, допустим, пройти вот такому человеку, как я, у которого есть алмазка, алмазки без слияния? Конечно же, нет. Ну, шучу. Можно, но я, наверное, все-таки дойду до какого-нибудь боя. О, эликсир душ. Отлично просто. 3-го слияния. Вот. Надеюсь, тут выпадет что-нибудь из нового снаряжения.
потому что именно снаряжение в этой башне надо, чтобы вот вы видели по характеристике, типа плюс 500 к здоровью, 100%. Это только для башни Линкой, не для других башен. Для других башен это снаряжение будет так обычно, какое-то снаряжение. То есть его только для этой башни, в принципе. Потом появится уже фатальное. Вот, ну, возможно, фатальную я не смогу. Вот, кстати, там было, даже не было случайной карты вот этих вот персонажей. То есть, и вот, надеюсь, что я смогу пройти эту башню. Отлично, спасибо, господи. Ледяная бомба. Это для башни Линкуэй. Я сейчас ее, наверное, даже поставлю. Вот. Потому что... офигенная, в общем. В принципе, давайте на Скорпиона. А, кстати, уровень, наверное, я на 44-й тоже. Я вообще хочу его до 60-го докачать. Ну, давай. Вот сюда. Заходим, где тут у меня? Да не. Кстати, погодите. А, Ива. Вот. Ледяная бомба. Бонус. 10% бонуса к заряду сил. 10% увеличения урона только для башни Линкуэй. 20% бонуса к максимальному здоровью. Только для башни Линкуэй, ребят. Если вы проходите эту башню уже, то и не читайте. Только для башни Линкуэй. То есть, если вы будете проходить, например, режим битвы, то этого 20%, 10%, вот этих всех процентов не будет. В начале битвы имеется 100% вероятности наложить эффект заморозка на текущего врага, если это снаряжение используется. Старый боец открывается на уровне слияния X. Именно на X. На 10-м слиянии. Карты снаряжения можно примерить, нажав кнопку снаряжения на обратной стороне карты персонажа. Ну, давайте поставим это аксессуар у меня. В принципе, ну, давайте попробуем сейчас. Вот, мне, кстати, надо кое-куда сейчас отдать. Ладно, друзья, вот, я уже все нормально у меня. Тут, простите за звуки, просто... уже почти что ночью я на кровати лежу. Вот. Итак. Вот мы поставили вот это вот. Первый день, а уже выпало. Ну, это очень круто. Давайте дальше. Надеюсь, может выпадет даже слияние на это снаряжение. Вот, но не стоит так радоваться. Потом выпадет, может быть, и эпическое. Эпическое, как мы знаем, оно получше. Вот, ну или хотя бы редкое. Вот, ну и лучше их, конечно. У меня Саб-Зиро, конечно, не прокачан, но лучше именно на Саб-Зиро, наверное, ставить. Потому что это все-таки башня Линкуэй. Типа, к нему есть какие-то, допустим, всякие штуки. Допустим, если ты используешь персонажа там Саб-Зиро, ты получаешь там сколько-то процентов улучшения. Ну, так себе. Награда. Ну и пятый бой на сегодня. Да. У меня же 50 душ нету. Вот, если бы были, я бы, наверное, их все равно не потратил. Потому что это, в принципе, можно нормально проходить и не тратя души. Но когда уже будут там сотые где-то бои, уже, возможно, и придется попотратить. Ну, вы сносите вообще мне мало. На... вот, ну это был последний бой, к сожалению. Вот. Вообще офигенно.
Снова карточка персонажа. Ой, какого персонажа, простите. Аксессуар тоже. Его можно было бы тоже протестировать, но это уже будет... Кстати, я его, наверное, поставлю тоже. Увеличение урона от основной атаки 20, на 20%. Ну и сейчас я вам прочитаю это все. Шестой бой. Кто там у нас? Это, конечно, легко будет пройти. Ну, допустим, смотрите. Вот. Вообще, два снаряжения выполнили ваш линкой. Для меня это прям круто. Вот, смотрите. Не было такого, чтобы мне выпадало сразу и синтай ветра, и синтай процветания. Они выпадали постепенно, а тут уже за сколько? За 15 минут уже все есть. Почти что снаряжение. Наверное, я его все и соберу. 20% увеличение урона от основной атаки. 10% увеличение урона. Только для вашей линквы, снова повторяю. Потому что некоторые будут, могут даже задуматься и такие, использую его 10%, использую его. Ну, конечно, все поймут то, что это для башни Никвей, но кто не читает, подумает, о, использую-ка я его вот тут. Но 10% вот этого всего не будет. Именно для этой башни я его буду использовать. Вот, для войны фракции я не буду. 20% бонус, ну и вот, Саб-Зиро. Набор, если это снаряжение используется вместе со скипетром Куайляна, то любой алмаз на Саб-Зиро получает 40%. Что-то там вероятности на 20%. Ну, короче, как я понял, тоже хорошее такое снаряжение, но и вот такое. Вот это только для башни Белого Лотоса. Ну, а башни-то Белого Лотоса больше нету. Вот, ну, зато на Арчи Линкуэй. И надо, типа, еще на алмазного Саб-Зиро, допустим, скипетр я получу, когда... Какой он там скипетр Куайлян, блин, ну... А, ну вот это у меня есть... Получается, я также могу получить и скипетр Куайляна. Вот, поставить его спокойно на Саб-Зиро и все. Вот, ну и, к сожалению, это все попытки, которые были. Вот. К сожалению, так. Давайте заберем вот это. Три души. Это просто отличная башня, мне кажется, пока что. Вот, она мне очень нравится. Вот, наверняка уже блогер какой-то записал. Вот я наверняка сейчас на YouTube зайду, и там такие, башня Линквей, блин. Ну, это не точно, но... Башня Линквей вышла. Можем уже радоваться. Вот. То, что вышло очень много вот такого снаряжения. Вот. Награда 2. Количество карт, которые получится из этого перечня 1. Я бы, если бы прошел, хотел бы, наверное, холодную войну. Он мне очень нравится. Вот. Но все равно я получу его где-то, если пройду до 100, хотя бы 170-го, целых 17 карточек золотых. Вот, ну вот. Ну. А что на этом? На этом у нас снаряжение ставим, блин. Только в военных фракций там тоже вот так. Вот. Это, конечно, надо читать. Но, к сожалению, это очень скучно. Ну, а вам я желаю удачи с этой башней. Не забывайте ставить лайки,
Те, кто не подписан, подписывайтесь на этот канал. И всем пока-пока.